твоей тельняшкой, черной как асфальт, спит младший сын. Обнимется, как с папой, молчу. И проклинаю тот февраль, когда с полком ушел на юго-запад. Ты улыбался, обещал звонить, но где-то там, в полях на Украине, оборвалась натянутая нить, и жизнь, как нить, оборвалась на мине. А младший ждет, наденет твой берет, мальчишкам так лицо небесно-синий. Как объяснить, что папу больше нет? Что он в бою погиб на Украине?